Каждый год перед отопительным сезоном специалисты МЧС проводят разъяснительные беседы среди населения, рассказывая жителям о правилах пожарной безопасности. Здравствуйте. Мы из Министерства чрезвычайных ситуаций с Ленинского района. Меня зовут Бакыт. В связи с тем, что участились пожары, количество пожаров, включаете интернет, по телевизору передают, по радио, то, что у нас пожары, да? И с наступлением зимнего пожароопасного периода мы вот так обходим Подворово, объясняем, проводим инструктажи по соблюдению пожарной безопасности. Также во время топки надо горючий материал убрать. Если вы будете использовать обогреватели, вы не должны использовать кустарные обогреватели, самодельные обогреватели. Также в одну розетку не надо загружать и в одно время включать и обогреватель, и утюг. В этом доме специалистов МЧС явно не ждали. Шел ремонт, да и хозяин отсутствовал. Тем не менее, выполнить свою миссию сотрудники МЧС решили, несмотря ни на что. О правилах пожарной безопасности они рассказали строителям. А уже зайдя в дом, специалисты наткнулись на нарушение. Рядом с печкой был газовый баллон. Насколько это опасно, объяснять излишне. Но жителям этого дома пришлось уже подробнее рассказать, чем чреваты подобные нарушения. По словам специалистов, часто из-за несоблюдения простых правил и возникают пожары. Показываем, как надо топить, какие мероприятия, какие меры должны соблюдать и так далее. Например, бывают случаи, когда с отопительным печем они ставят горючие вещества, деревянные вещества, газовые баллоны и так далее. Жильцы также получили сегодня памятки по технике пожарной безопасности, и многие были проинструктированы. Главное, есть еще время для устранения нарушений. По данным МЧС, именно в отопительный сезон происходит больше всего возгораний. Согласно планов управления МЧС по городу Бишкек, мы проводим такие инструктивного характера мероприятия, обходим подворовой обход, производим в крупных организациях, в торговых центрах проводим инструктажи, лекции, беседы, проводим специальные занятия, пожарно-тактические занятия, учения проводим с целью ознакомить население с мерами пожарной безопасности. В целом по Бишкеку за последние 10 месяцев этого года было зарегистрировано больше 700 пожаров. 60% из них произошли из-за несоблюдения элементарных правил. Джангл Мырзадуйшенбекова, Сардар Ашербаев, НТС.